Интерактивное средство, которое называется зеркальное отображение. Находится в коллекции LAT2 в разделе средства. Причем оно имеется в двух принципиально разных вариантах. Рассмотрим вариант первый. Это двусторонняя карточка. Если мы щелкнем, оборачиваем, вторая сторона поворачивается, первая сторона. Во время редактирования мы наносим текст на обе стороны. Передняя часть. Зададим вопрос. Где живут кенгуру? Задняя часть. В Австралии. У меня есть возможность выбирать размер шрифта, вид шрифта и фон. Не буду этого делать, скажу «Окей». Итак, во время урока у меня табличка выглядит следующим образом. Где живут кенгуру? После получения ответа проверяем. В Австралии. Вторая карточка на эту тему служит для того, чтобы нанести на обе части изображение. Переднюю часть перетащим изображение кенгуру. На заднюю часть карточки перетащим изображение Австралии. Цвет, естественно, тоже можно менять. Не будем этого делать. Все готово. Итак, во время урока, где живут кенгуру? Они живут в Австралии.